Для приготовления этого очень вкусного пирога нам потребуется только венчик и самые простые продукты, которые всегда есть в холодильнике. Разбиваем в чашу 3 яйца. Добавляем немного соли и 200 граммов сахара. Перетираем с помощью венчика. Вливаем 150 граммов растительного масла. Масло нужно использовать без запаха. Это может быть как подсолнечное масло, так и кукурузное или какое-либо другое масло. Отправляем сюда же столовую ложку с горкой мягкого сливочного масла. Просеиваем 220 граммов муки. И добавляем чайную ложечку разрыхлителя. Все перетираем опять же с помощью венчика. Тесто готово. Тесто выливаем в подготовленную форму. У меня это форма сердца разъемная. Размеры 22 на 23 сантиметра. Вы можете использовать любую другую форму. Распределим по форме. Поможем слегка распределиться. Тесто само достаточно жидкое, оно растекается. Берем 270 граммов вишни, добавляем к ней 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Вишню можно использовать как свежую, так и замороженную. Предварительно ее разморозить и дать стечь лишнему соку. Выкладываем вишню на тесто. Отправляем форму с пирогом в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем пирог до готовности. У меня он выпекался 40 минут. Даем ему постоять в форме несколько минут, затем извлекаем из формы. Пирог остужаем полностью на решетке. Чтобы придать пирогу изюминку, посыпаем его сахарной пудрой, смешанной с кокосовой стружкой, измельченной в блендере. Отличный пирог, его можно с легкостью приготовить из черешни, малины и каких-либо других ягод или фруктов.